перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я здесь. Доктор, блядь. Крылья, стволы. Крылья и стволы. Привет, пацаны. Как вы, пацаны? А? Ребята. Ну как вы? Е-бой. Е-бой. Эминем. Слим Шейди. Слим Шейди. А.К.А. Маршал Мэттон. Накидывает, чё и так. Постоянно. Постоянно. На еду он накидывает. На еду сейчас накидывает, да, в основном. Все, братан, заканчивай. Это серьезное дело. Привет, ребята, всем привет. Мы снимаем программу. Вот первый, в первом выпуске. Йо, пацаны. Вот, вот этот вот. Сейчас поговорим. Стрелять. Ябо. Будет я. Вот этот пацан. Я. Такая погода, пиздец. Хорошая. Всем привет. Настоящий гений, что-то там. What? People texting you like strange. Yes. Покажи видок вот так прям. Тебе украинки привет передавали. Вот этот вот, а? Крылья стволы. И пидей генши. What's up? Обещал два трека. Вот один выйдет скоро уже совсем. С Мака будет трек совсем скоро, его уже свели почти. Ребята, у меня есть чем заняться, не переживайте. Вы переобуетесь на третьем альбоме. Самое главное, это третий альбом, на самом деле, а не сингл. Beats? Yeah. Right now? Beats, like in your place. Yes, of like course. Yeah, of course. You got mic too? Yeah. See? Mm. Let's do something. Let's do. I want to see you. Жигу-жигу-пизду. Доктор нахуй. Ору. Олег, а ты чё, не с нами? А? Кручу. Гоша. Ай-яй-яй. Я не могу читать треки, как делает этот папа. Фак. Бой. Трэп малой, ну чё ты? Трэп нахуй. Надеюсь, ты не на Макби, брат. Трэп малой. Трэп нахуй. Мистер нахуй, трэп малой. О, Колян, Колян на связи. Ну что, Колянчик, как ты, брат? Вок-хард. Вок-хард и хай-тек. Или хай-тек. Вок-тару-гар.
Ты сегодня на чем, бро? Я на миксе. Бля, кстати, интересная тема. Сказал, ребята, а как у вас погода там? Да, мне лучше не спрашивай. Ну почему? Может, у них тоже солнце? Нет. Да. Скорее всего. Ну хотя, может, где-то Россия. Руся, привет. Маныга, я с тёлкой. Ну, вы что, вы помирились, братуха? А то ты так переживал, пиздец. Да у нас... Колян, что, плохая, да, погода? Жаль. Пацаны уехали, сейчас приедут к лимастам. Макс, у меня минус 15, я плачу. Рус, посмотри, что у нас тут вообще. Рус. Олег. Фит с Роузом. Все будет, выйдет новая музыка. Не переживайте. Я не останавливаюсь. Я просто работаю над третьим альбомом. Потому что я должен еще превзойти, да, свой уровень какой-то, который у меня есть. И мне надо работать. Там будет все в звучании, на самом деле. Весь альбом будет на... Может из 8-9 треков состоять, но будет очень сильно. Вот. Такого никто не делает. Ну да, будет совсем новая школа, типа вообще. Клип с джунглей. Музыкально будет вот что-то. Все понятно, начинаются вопросы уже, когда альбом выйдет. Не скажу, пацаны, когда он выйдет. Нет, скажу. Олежа. Третьим альбомом Фит с Фараоном, блядь, все понятно. Олег, что по хип-хоп-кам? Все понятно, у вас те же самые вопросы про ваших кумиров, блядь. Я на них отвечать не буду. Мы тянем на природе при погоде, братан. Ладно, всех обнял.